Спасатели и правоохранители нарушили тихий загородный отдых воспитанников лагеря «Волынь» и провели для них открытый выездной урок безопасности. К делу люди в погонах подошли креативно, поэтому подростки с удовольствием вспомнили правила и поиграли в огнеборцев. Воспитанники лагеря путешествовали по станциям, где пополняли свои навыки по оказанию первой помощи, демонстрировали спортивные умения и знания правил безопасности. Что особенно актуально летом, вспоминали, как нужно вести себя на воде. Даже самые младшие сразу ответили, купаться надо только в специально отведенных местах и под наблюдением взрослых. С кем нужно ходить купаться? С родителями. Правильно. Либо с родителями. Детей познакомили со средствами спасения и дали примерить спасательный жилет. В лагере «Волынь» детской безопасности уделяют серьезное внимание. Каждый год сюда приглашают сотрудников МЧС, просят рассказать об основах безопасности и провести мастер-классы, чтобы за лето дети не расслабились и не забыли о том, что в городе их могут подстерегать опасности. Это игра по станциям. Ребятишки проходят 8 станций, зарабатывают баллы, награждаются дипломами. Остаются с хорошими впечатлениями, радостные, довольные. Своим мамам рассказывают об этом дне. Кроме спасателей, в Волынь приехали инспекторы ГИБДД. На своей станции они проверили навыки вождения велосипеда и напомнили о необходимости соблюдения ПДД. Но самым веселым пунктом оказался пост сотрудников пожарной охраны. Здесь участники игры не только получали брошюры, примеряли костюм пожарного, изучали специальную технику, но и попробовали воспользоваться огнетушителем. А в завершении знакомства с особенностями работы службы один из членов команды в полном обмундировании поливал друзей из бронспойта.